Артист появился на недавней кинопремьере и удивил коллег и журналистов изменившимся внешним видом. Лепс сильно похудел, а на его голове были заметны свежие шрамы. Григорий Лепс – нечастый гость светских мероприятий. Как правило, он посещает вечеринки только близких друзей. В конце прошлой недели 59-летний музыкант вместе со старшей дочерью Ингой заглянул на премьеру фильма «Бумеранг» Петра Буслова. Сложно было не обратить внимание на то, как певец похудел, а также на свежие шрамы, опоясывающие его затылок. В социальных сетях тут же появились десятки предположений о природе их происхождения, включая, в том числе, возможную серьезную болезнь. Что касается похудения, то это результат правильного образа жизни, который Григорий Викторович ведет уже несколько лет. Сейчас певец при росте 180 сантиметров весит около 75 килограммов. В свободное время он занимается плаванием и много ходит пешком, к примеру, во время отдыха в Италии преодолел более 50 километров за 9 часов. Главный же рецепт сбрасывания лишнего веса Лепса прост – не есть на ночь и в принципе не переедать. Раньше музыкант часто выходил на сцену с пустым желудком, чтобы чувствовать легкость. Но зато после концерта восполнял потерянные калории плотным ужином. Как следствие, плохо спал, но смог найти компромисс с организмом. Кроме того, в последние годы Григорий Викторович практически не употребляет спиртные напитки. Сначала бросил пить наспор, поставив на кон крупную сумму денег, а потом решил, что свое уже выпил, отметил он в одном из интервью.